Всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на канале Секреток, с вами снова я, Силия, и сегодня у нас выходит видеоролик на тему обзор на новое обновление в Toca Boca World. И сегодня мы с вами рассмотрим версию 1.96, и у нас сегодня выходит новый домик, а также немножко украшений, тоже добавленных к нему. Что ж, давайте не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем хочу пожелать приятного просмотра. Что же нового будет в этом обновлении? Осенняя пора. Приготовьтесь к уютнейшей жизни в новом домике на Maple Avenue, нашем первом двухэтажном доме. Вы можете закатить хэллоуинскую вечеринку в саду на крыше или уютно устроиться с книгой на балконе. А еще 8 октября для дизайна интерьера появится целая куча новой осенней мебели и украшений. Кстати, вы знаете, что настала пора страшилок? По случаю Хэллоуина мы добавили в игру новый страшный начальный экран, украсили почту и оставили для вас 4 подарка, которые станут доступны 18 октября. Ну и в прошлом видеоролике мы с вами разговаривали тоже о подарках и многом вот этом прочему. А сейчас я считаю, то, что нам пора дождаться загрузки этого обновления. Конечно, мне пришлось дождаться, а вам здесь ждать нечего. Но, в общем, мы можем заметить то, что обновление у нас будет такое связанное с Хэллоуином. Это и неудивительно, в принципе. А у нас меняется иконка приложения на вот такой хэллоуинский вайб. И вот я зашла в Toca, уже обновила ее. Видно то, что задний экран обновился начальный. Также у нас здесь сразу появилась вот такая вывеска о новом обновлении, да, такое напоминание. И здесь ниже прикреплен трейлер, но мы его с вами уже посмотрели. Ну и что нового? 2 этажа готовы наполниться радостью. 2 предмета мебели, 3 декоративных элемента и 1 вариант дизайна стен. Всего стоит 199 рублей. В принципе, мне кажется, что цена неплохая, она такая и должна быть. Ну и сейчас мы переходим уже в саму игру, в хом-дизайнер, так сказать, и будем там уже строить домик и смотреть, что же нас ждет внутри него. Я решила построить домик здесь, вот в таком городке, так сказать, где достаточно много других домов, многоэтажек. Ну и вот такой у нас двухэтажный домик. На самом деле выглядит очень с такими осенними вайбами, если это можно так сказать. И он у нас двухэтажный, поэтому сначала мы, конечно, перейдем на первый этаж. Но выглядит он реально очень красиво. И сначала мы рассмотрим вход. Вот такой у нас здесь вход. Видим то, что ограда, там открытая дверь, там дорога даже видна. Было бы еще круто, если бы здесь проезжали машины. Это было бы на самом деле очень вайбово и более реалистично. Также здесь у нас вот такие листья. Такой звонок, по-моему, точно такой же, как и во всех других домах. Здесь же есть крючок, можно повесить, например, почтовый ящик какой-нибудь. Ну и давайте мы с вами уже зайдем. Заходим в дом. Здесь у нас, конечно, сразу же вот такая небольшая комнатка с лифтом. Но на самом деле он даже не выглядит как лифт. Ну то есть, что я имею в виду? Такое чувство, будто здесь просто вот такие дверки, а здесь как будто, ну, какая-то лестница там идет, да, а это просто какая-то комната. Ну, конечно, мы все прекрасно понимаем то, что это лифт, чтобы телепортироваться на второй этаж, но можно вот разыграть это все так, если фантазия позволяет. Мы идем дальше, здесь у нас самая такая большая комната, вы только посмотрите, у нее реально просто протяженность очень большая, и здесь можно добавить 2 вида стен. Обои. Я не знаю, по-моему, это новые обои, если я не ошибаюсь. И больше дизайн обои нет, получается. Только вот эти. И можно, короче, вот так вот подбирать цвета и делать это все. Здесь же у нас вот такой выход в ограду. Дальше вот такая маленькая комната, и здесь уже у нас выход в нашу огромную ограду, да, вот такая большая площадка, и посмотрите, какое-то вайбовое осеннее дерево, от которого падают листья, и можно создать такой эффект листопада, потому что нам еще добавили вот эти листочки, и, короче, все, наконец-то мы можем делиться Toca осенними вайбами, создавать их, потому что нам добавили всякие вот эти листья, добавили вот такое дерево осеннее, и это очень круто, я прям очень рада, потому что осень тоже одно из моих любимых времен года, да, как бы это странно ни звучало, но на самом деле, наверное, все времена года как-то по-своему отличаются, как-то по-своему хороши, и именно поэтому, ну, как бы должны быть все времена года, как я считаю.
ТикТоке тоже. Здесь же добавлю еще свечку, вот такую, да, сразу об этом скажем. Это все у нас идет вместе с домиком, вот оно дерево, и также еще вот такие грабли. Ну и вот такой мини-домик, он также есть в креаторе, и его можно добавить тоже вот в любой дом, в который вы захотите, то есть он не встроенный, его можно также просто удалить и все. Давайте посмотрим, что внутри этого домика. Здесь всего, ну как бы такие вот 4 крючка, то есть это можно сделать как, не знаю, как это сказать, гараж какой-то, что ли. Ну, в общем, здесь можно поставить велосипеды, какие-то инструменты и многое прочее. Ну, вы знаете, у кого есть дача, наверное, что у вас, наверное, 100% есть вот такие как бы мини-домики. Также вот здесь, кстати, в этой комнате тоже есть 2 встроенных вот таких крючка. Их невозможно убрать. Давайте теперь переместимся на второй этаж. И что мы здесь можем увидеть? Во-первых, мы приезжаем, здесь вот такая маленькая комната, можно пойти направо, либо налево. Мы идем сначала всегда налево. Итак, здесь у нас вот такая комната с выходом на балкон. И здесь у нас, конечно, вот такие деревья огромные, и причем зеленые, поэтому здесь уже таких вайбиков у нас осенних не будет. Было бы круто, если бы можно было их как-то окрасить, эти деревья. Но, к сожалению, этого еще в Токио у нас нету, так что мы живем без раскрасок. Здесь же у нас еще есть большое окно такое. Ну, а теперь идем мы направо. Это тоже такая одна из самых больших комнат, наверное, в этом доме. И здесь вот такие 2 больших окна. Дальше идет вот такой проход, как бы коридорчик. И то ничего себе проход, ничего себе коридорчик. Всем бы такое иметь коридорчик. Здесь можно жить в этой комнате, да, у кого-то, наверное, таких размеров одна квартира. Ну, в общем, здесь есть также еще и вот такая встроенная комната, так сказать. Наконец-то ее сделали побольше, потому что в многих других домиках вот эта вот внутренняя, так сказать, комната дополнительная, она очень маленькая, там, ну, невозможно что-то нормально спланировать, поместить и так далее. Здесь, мне кажется, идеально подойдет туалет, ванна, либо какая-нибудь чья-нибудь спальня, комната. В общем, здесь прямо вот супер. Если говорить про обширность или как вот объем типа этой комнаты, мне очень она нравится, потому что здесь реально очень много места. Наконец-то у нас большие внутренние комнаты, так сказать. Ну и коридор, соответственно, тоже большой. Ну и идем дальше, это последняя комната. И здесь также можно сделать 2 цвета стен, либо одного цвета, ну, в общем, как хотите. Здесь также есть вот такое угловое окно, очень большое, и тоже есть крючочки, вот. И это все очень красиво, круто, вообще супер. Вот такая комнатка. Ну и это, ребята, все, это весь домик, я не знаю, что здесь еще рассказывать. Потом проверяем декорации в хоум-дизайнере, и вот какой сюрприз нас ждал в конце. Я даже не заметила. В общем, нам добавили вот такую ветку с листочками и шишками. В общем, нам добавили вот такую декорацию осеннюю, также вот такую тыкву. Затем еще добавили вот такое украшение наверху из всяких листочков осенних и так далее. Затем вот такое. Пшеница, получается, здесь все собрано, весь урожай. Такое кольцо, сено и вот такие тыковки. Ну и, конечно, все это выглядит максимально эстетично. И я предполагаю, что, может быть, здесь еще есть какие-то обновления. Просто они вот тут где-то внизу, а их не видно. Поэтому давайте еще с вами посмотрим в креаторе. Что-то новенького нам здесь и перепадет еще в других разделах. Здесь еще в одном из разделов, вот всяких видеоигр, короче, добавили вот такой же звоночек с глазом. Посмотрите, как он открывается и закрывается непрерывно. И вот такой у нас звонок. На самом деле, очень все устрашающе, но очень интересно и круто. Я думаю, это очень подходит под тематику Хэллоуина, поэтому оцениваю просто пушка. Я не останавливаюсь и еще ищу какие-нибудь подарки, сюрпризы в креаторе. Может быть, что-то из еды перепадет. Я была права, нам перепала вот такая корзинка, где у нас есть вот такие сладости. Это вот такой леденец, также вот такие конфетки и какие-то тоже такие тянучие леденцы, что ли, не знаю, как это назвать, но это очень похоже на стрипсы чупа-чупс, вот. Это точно знаю. И добавили также нам тыкву.
Вроде как, ее раньше у нас не было в креаторе, поэтому теперь она у нас есть, и это все находится, если что, в конце разделов, поэтому обязательно долистывайте все до конца, чтобы увидеть нововведение. Да, не в этот раз в конце, так получилось. Также в разделе ковров нам добавили вот такой коврик в виде привидения. На этом сегодняшний видеоролик подходит к концу. Но что хочу сказать, на самом деле очень круто то, что у нас вышло это новое обновление. Здесь очень много различных сюрпризов у нас появилось, да. Это, например, вот такие декорации для Хэллоуина, снова же новые, и не только для Хэллоуина, но и также в целом для осени, чего у нас ранее не было в Токио. У нас не было вот таких осенних деревьев, да, ну, либо очень было мало, но вообще не было, я бы так сказала, потому что именно здесь вот опадает листва, и все вот это прям осень, это прям вайб осени, поэтому я безумно рада, то, что вышло это обновление. Мне оно понравилось, и я готова даже ему поставить 10 из 10. Все мои ожидания, они воплотились, можно так сказать. Также совсем скоро начнутся подарки к Хэллоуину на почте у нас в Токио. И там тоже будет очень много сюрпризов и так далее. Если вы еще не видели, то я все это рассматривала в прошлом видеоролике про новое обновление, оно выходило вот буквально перед этим видео, поэтому обязательно посмотрите, там я вам рассказала, что будут за подарки, и мы с вами все рассмотрели подробненько. Мне очень на самом деле понравилось это дерево, не перестану повторять, домик, да, самое главное, этот домик, который у нас вышел, он тоже безумно красивый, мне очень нравится вот здесь именно вот эти вот окна, и вот то, что он такой светлый, какой-то белый, и это все вот такая атмосфера очень классная. Я восхищена этим обновлением, и желаю всем, чтобы было таких еще обновлений побольше. Ну а на этом все, всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а в комментариях напишите свое мнение по поводу этого обновления, понравилось оно вам или же нет. Я буду обязательно читать ваши комментарии и смотреть вашу реакцию. Ну, и я думаю, что своих денег это обновление стоит. Поэтому советую вам его купить, потому что домик, правда, очень классный, просто обалденный. И еще вдобавок какие декорации здесь идут. Ну, я не знаю, может, это все бесплатно, конечно, но не все. Но вот декорации для Хэллоуина вроде как бесплатные. Это тоже очень большой бонус в этом обновлении. То, что появились какие-то бесплатные штучки у нас в креаторе. Ну а теперь всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.